Папа, ты можешь решить за меня задачу по математике? Нет, сынок, это будет неправильно. Да ладно, ты хотя бы попытайся. Почему в такой поздний час по улице шатаешься? Понимаешь, я не могу домой идти, у жены любовник, а он всегда с такими идиотскими разговорами пристает. Аниптико! Расскажи что-нибудь веселое. Из своей жизни? Нет, веселое. Вы с мужем живете в достатке? Конечно, то я его достаю, то он меня. А кто это сделал? Какая все-таки гадость эти ваши пельмени. Есть невозможно. Помилуйте, батенька, их же варить надо. Эх, Петруха, цены бы тебе не было, если бы не пил. Вот я и пью, чтобы цена была. Олимптико. Почему нам ближе Иван Сусанин, чем Моисей? Моисей водил за нос своих, а Сусанин врагов. Блин, никак не могу приучить кота к туалету. Так, разреши ему там курить и читать. Да ты успокойся, я тебе говорю. Скажите, а сколько стоит аренда этой шикарной квартиры? Мужчина, это виноводочный магазин. Доктор, мой муж случайно проглотил парацетамол. Что делать? Не переживайте вы так. Устройте ему головную боль. Не пропадать же таблетки. Подписываемся, кликаем на колокольчик.